Я живу в самом центре Санкт-Петербурга, на Мойке, напротив Александра Сергеевича Пушкина, рядом с Дворцовой площадью, с Эрмитажем, далеко от Петропавловской крепости и Невы. То есть это сердце Северной Венеции. Боярский Михаил Сергеевич. Один из самых популярных российских актеров последних десятилетий. Народный артист России. Театр, кино, телестудия, концертная площадка. Везде он интересен, везде востребован. Родился я в Ленинграде, на Гончарной улице, в маленьком дворике, в коммунальной квартире. И это более дорого мне, чем все остальное, потому что там все самые лучшие чувства возникли первые. И тогда были родители живы. Поэтому там, где были родители, был дом. Там была крепость, и там была уверенность, там было счастье. Потом мы переехали на Благодатную. Там был пустырь за железной дорогой, с прудами, с пожарными водоемами, со свалкой, с невырубленными деревьями. В общем, там была экзотика. И это я тоже очень запомнил, потому что в одиночестве обожал там находиться и фантазировать, что я индеец, или пират, или капитан, покуривая хабарики, ходя с рогаткой. В общем, это была чудесная атмосфера и пора. Город целиком люблю весь теперь. Я пронизан его воздухом, его атмосферой, его людьми. Особого такого точного места, чтобы я встал и сказал, вот это то место, где я счастлив. Нет. Я счастлив, когда возвращаюсь в город. Это либо аэропорт, либо вокзал, где я полной грудью вдыхаю, говорю, фух, наконец-то я дома. Город целиком является моим домом. И чем дольше я в нем живу, тем просторнее становится квартира. Я не замыкаюсь, а наоборот, расплываюсь по этому городу, а тем более тогда, когда у него такой чудесный возраст, 300 лет.